Ребята, всем привет! Вы на канале Хобби Отдых, где я веду блог о жизни и работе в Швеции. Сейчас я хочу поехать в аквариумный магазин. Покажу вам, какой у нас маленький магазинчик здесь находится в Упсале, в Швеции. Вот, ребята, приехали мы в магазин. Юр Хобби называется ЗУ. Все, входим. Значит, здесь у нас для собак, для кошек, для птичек и тому подобного нам нужны рыбки. Эй! Здесь корма у нас. Вот такой магазинчик маленький. Вот коряки всевозможные. Грунт. Рыбешки. Пойдемте сейчас вначале к дискусам сходим. Покажу вам отдел для дискусов. Вот они, диски. Вот эти вот стоят 1100, то есть 110 евро. Очень дорогие рыбки у нас здесь. Это так, 850, это 85 евро. Нифига себе. Ну, здесь я не знаю, кто. Вот эти стоят 145 евро. Размер у них буквально, наверное, 10 сантиметров. Здесь кто, тоже не знаю. Вот эти вот 145 евро. Эти примерно 12 сантиметров. Вот эти 250 евро. Red Diamond. Красный бриллиант. Эти 210 евро. Не, ну ценники у нас, конечно, невменяемые просто. Эти 180 евро. Вот это большой 245 евро. Офигеть цены. Сто восемьдесят девять евро. А вот эти со скидкой. Так, ценник 160 евро. Эти от 69 евро до 80 евро. На этих что-то цен нету. Эти от 95 до 129 евро. Я вообще не понял. А, тесте 95 какой-то. А вот маленький по 59 евро. Это вот как раз 6-7 сантиметров. Это 59 евро. Блюдаем она и остальные. Двести десять евро. И 170 евро. Это вот такое для дискуса спец. Это вот для дискуса специальный. Так, а это у нас что? Это вот такой вот у нас здесь загончик для дискусов. Ну, а теперь пойдем посмотрим остальных рыбок. Ну, здесь улитки, сомики. Креветки. Вон они там.
Вот такой вот магазинчик. Небольшой, маленький буквально. А вот они, скаты. Это хозяина магазина скаты. А вот это тоже личный аквариум хозяина магазина. Что за рыбки, я не знаю, что здесь у него. Вот это вот классная, желтая с серебряной. Что за рыбка, не знаю. А вот скалярки маленькие. Я хотел было скалярий взять своим дискусом, он сказал, не надо. Не знаю, правильно или нет, он сказал, не знаю. А вот как раз вот эти вот, которые там у него в видовом аквариуме были. Как называется, я не вижу, ребята, я без очков. Вам лучше знать, кто это здесь. Знаю, что это сомики. Больше я ничего не знаю. А, ну вот еще его дискусы. Вот вот такой вот маленький отдел всего-навсего у нас. Это на всю Упсалу, на весь наш город, где можно купить рыбок. Ну и, конечно, еще по почте. Ну, здесь баночки всякие у него, аквариумы. Вот такой магазинчик. Я сейчас просто куплю Артемий, мне Артемия нужна. И вот эти, которые поодиночке должны сидеть. Которые бойцовые рыбки. 49 евро штучка стоит. У нас она называется кэмфиск.
А вот смотрите, какой стамина вырос, вымахал. Это вообще сколько сантиметров он? Так, 15-25 сантиметров. Нифига себе. Ой, морда у него какая. Это анцитрус. Вот это да. Нет, у нас он поменьше, у нас он 15 сантиметров. А вот еще, смотрите, что это за рыба-кит? €250 стоит вот этот большой. А вот смотрите, вот этот вот, который анцитрус сом, да, этому 19 лет, 19, а тому 15 лет, которого я показывал. Это сейчас сказал хозяйка, то есть хозяином магазина, а тому он, который тут, тому 15 лет. Это такая лошадь вырастает. Так он только спит, получается, он вообще даже ничего не обрабатывает. А вот там еще один. А, вон еще один сомик там в дровах лазит. 19 лет, ну надо же, а. Да. Слонопотамы. А вот сейчас еще возьмем, называется у нас роза тетра, то есть розовая тетра. 10 штук стоит €36. Сейчас вот их еще возьмем, к дискусам в придачу. Сейчас хозяйка звонит хозяину магазина, который дискусятник. Сейчас у него узнает, можно или нет 30 градусов, удержат они или нет. Ну, скорее всего, можно, как она говорит. Сейчас будем их покупать тоже. 10 штучек возьмем. Все, 10 штучек берем. Розовых тетров. А вот попугай у них. Вот такой говорящий. Он разговаривает. Ну скажи слово. Скажи, дай денег. Ну скажи, дай денег. Тебя снимает камера. Хоть слово вымолви. Не хочет, не хочет, стесняется, стесняется. Вот такой магазинчик у нас. Все, ребята, кому было интересно, ставьте лайки, подписываемся на канал. Как только буду в Стокгольме, я еще в Стокгольме сниму большой зоомагазин. Вот, со всеми делами, покажу вам. Ну, я не знаю, когда я там буду. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Всем пока.